Хари Кришна всем, привет из Улан-Удэ. Тут вот классно, вот храм находится вот в Сотниково, пригород Улан-Удэ, и он тут рядом протекает вот такая мощная, самый мощный приток Байкала, Селенга, между двух, как Сцилла, Харибда, мест, так скажем. Вот, и здесь вообще очень кайфово читать джапу. Просто тут забираешься на этот холмик с таким красивым видом на реку. Река уносит весь негатив, остается только Святое Имя, Кришна, вот, Жатхарани, Шрила Прабхупада, Гуру Махараша, Индра Прабу. И это вдохновляет очень сильно, на самом деле, такой покой вокруг предрассветный, то есть такая-то Брахма Мухурта. Здесь вот такой, такие места, удобно поднялся, и уже тут хорошо, так типа как природа, лесок, ну, такие, гористость такая некоторая. Ну, удобно, удобно. То есть, например, вот в Иркутске, возле храма, там куда? Пойдешь вверх, там Березовый микрорайон. Там даже если какие-то лески есть, они все между коттеджами. А здесь прям конкретно окраина. Туда вот дальше, там просто леса, холмы. Ну, такие гористые холмы. Вот. Ну, так что тут классно, в общем. Тут замечательно вообще. Можно медитировать, ходить возле храма. Так сказать, после Мангаларати. Замечательно походить, поразмяться, почитать джапу, вообще, так сказать, аппетитно гулять, чтобы потом поехать на Харинаму уже в таком бодром состоянии физически, так скажем. В общем, классные места здесь, мне нравится вообще.